Эх, привет, ребятки. Ну что ж, я решил купить эпический сундучок за 450 алмазов. И хотел посмотреть, что там будет лежать. Ух ты, смотри, у нас есть зомби, шляпу мы нашли, магнит, амортизаторы, форсаж топливный, еще 18 тысяч денег. Офигеть, нифига мы потратили много денежек потратили. Ну что ж, давайте зайдем в приключения, давайте зайдем в сельскую местность. Эх, смотри, что у нас разблокировалось, да, здесь что-то, какой-то... А, это я понятно, это я знаю. Так, а где же мой танк? Вот он танк, давайте топливный сразу мы повысим, купим. Так, топливный бак мы увеличили, и, ребята, давайте мы сделаем внешний вид. У нас появилась вот такая вот новая шапочка. Эх, так, давайте прокачаем мотор нашему танку. И прокачаем сцепление. А также надо подвесочку прокачать. Так, здесь еще прокачиваем мотор, конечно же, да? И подвеску давайте прокачаем. Ну все, поехали на нашем танке. Посмотрим, как мы будем ехать. Вот такая вот у нас появилась кепка. Да. Недешево. Кучу алмазов мы потратили. Ни разу я не тратил алмазы за все время, которое я играл. Так, ну прокачали мы, смотри. Танк. А, вроде бы лучше стал ездить. Опля. Хорош, хорош, хорошо. Так. Мне нужно отыграть, конечно же, наши монетки. Ну, танк вообще бомба. Бомбический танк. Ого. Так, заезжаем спокойно. Да. После прокачки танка он стал более-менее лучше ездить. Здорово. Так-с. Аккуратненько едем. Нифига себе. Ребятки. Отлично. Так, ой-ой-ой-ой-ой, главное не перевернуться. Так, где у нас там кубок? Кубок 50 метров до кубка осталось. Опачки. Так, бензинчик у нас все хватает, нормально. Все нормально. Есть, новый рекорд. Рекорд побили танком. Давай, дружище, едем. Во, проехали. Так, забираем бонусный мешочек с деньгами. Едем дальше. Опа! Ух ты, как сложно здесь. Ё-моё, разбились, да ну нафиг. Ну давай в лесной, в лесу поедем. Попробуем. Фига, как он поднимается. Мощно. Надо амортизаторы еще вот эти рессоры докупить. И докупить, конечно же, надо будет еще колесики. Все нормально будет у нас, все хорошо. О, нормально, 1000 монет уже имеем. Так, аккуратно едем. Так, давай, забрались, нормально. 90 метров осталось до кубка. Да, танка мы немножко мало проехали, потому что он у нас был не прокачанный особо. Но теперь после прокачки, я думаю, мы заберемся. Нифига. Так, давайте выберем другой автомобиль, вот этот, например. Синенький наш. Попробуем на нем проехать. Кстати, он у нас получше. Побыстрее. Да, вот эта тачка. Вот эта тачка офигенская. Надо было ее прокачивать. Синенький автомобиль. Ладно, сейчас наберем денег. И его прокачаем. Так. Вот, отлично. Кстати, надо каждый день проезжать сколько там тысяч километров. Ну да, хотя бы там 5000 километров проезжать. И за это будут давать там монетки, сундук. Ой, я там покажу вам потом, какой сундучок там. В команде. В команде можно. Ради команды. Вот команда у тебя. Вот у меня, кстати, один человек только в команде. Ребята, если вы хотите, то обязательно в команду вступайте.
Вот, и в команде мы будем проезжать много километров. И нам поэтому будут давать еще сундуки. Надо будет проверить, сколько там осталось дней. Может быть, уже, кстати, можно забрать будет наш приз. Ну, вроде бы было как 28 тысяч монет. Но точно не знаю, сколько сейчас там. Опа! Вот видишь, чуть не врезались мы в этот ствол дерева на веревке, который был. Ага, у нас 1300 метров еще можно проехать, и там будет кубок. Ну, надеюсь, мы проедем рекорд свой. Улучшим. Да. Так, бензик. Так, давайте назад немножечко сдадим. Заберем бензин. Потому что у нас уже половина. Половина была бензина. Нам бы, может быть, не хватило бы доехать до конца. А сейчас все нормально. Доезжаем. Ого. Чуть не перевернулись. Вот еще второй бензинчик. Так, итого у нас почти что 2000 монет. Хорошо, что здесь стоит магнит. Вот он мне помогает хорошо-таки собирать монетки. Ну вот. Ребята. 700 метров всего лишь осталось. Сейчас проедем. Посмотрим. А, ну здесь видишь, такие всякие будут вылистые такие сложности. Так, ну вот это бревно большое, оно, в принципе, несложно. Проехали. Так, ну и что, итого 500 метров остается до рекорда. Опа. Едем. Сколько у нас? 300 метров. Так, проезжаем. Вот еще монетки заберем. Так, 200 метров, ребята. Я надеюсь, что мы проедем эти сложные дороги. О, 80 метров осталось. Надо аккуратненько ехать. Где-то что-то здесь будет нехорошее. Ах ты, ё-моё, бревно вонючее. Видимо, на этом бревне мы, ребята, в прошлый раз и... шлепнулись. Хорошенечко. Ну все, рекорд побит. Здорово. Едем дальше. Так. Давай, 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 давай. Ой, хороший двигатель. Молодец. Спасает меня. Вот, уже 3000 монет набрали. Так, сложные. А, нет, не особо сложные, конечно, здесь бревнышки такие. Опа, чё ж ты этот бензин-то не взял? Ё-моё, дурачок. Ладно. Всё, начал мигать бензин. Но, ребята, из-за этого случая, что мы не взяли бензинчик, мы и не доедем. Да. А нет, скатились. Надеюсь, здесь будет бензин. Да, 60 метров осталось до бензина, но мы и не доехали. Эх, из-за того, что мы, ребята, пропустили одну фляжечку всего лишь. Одну фляжку пропустили. И не доехали. Как же жаль. Жалко, конечно.